Всем привет, ребят, с вами Арти, и да, я решил возобновить свою рубрику «Быстро патчей». Мы снова будем рассматривать новости с Майта, новости Paladins, будем быстро, кратко и четко обо всем говорить. И сегодня у нас будет информация по патчу «Восходящий воитель», патч 7.2. Мы быстро сейчас все рассмотрим. Саму Мулан, которую будут вводить с этого патча, мы рассматривать не будем, на нее будет сделан отдельный гайд. А в остальном же мы сейчас быстро пробежимся по списку и узнаем, что нас ждет впереди. Итак, новые облики мы рассмотрим быстро. Вкратце модельки смотреть не будем, а только их карточки, потому что все остальное мы в любом случае увидим в игре. И нам в этом патче добавляют сет «Нефритовый дракон», «Железная завоевательница Гера», «Сакральный дуализм Агни», «Данкмастер Один», «Госпожа Мулан» и «Гидромашина Посейдон». Из них «Данкмастер Один» и «Сакральный дуализм Агни» будет доступен за просмотр прямых трансляций по Смайту. То есть все это сейчас будет дальше по видео, вы поймете, как их бесплатно можно будет получить. Все остальные будут скины относиться либо к событию, к новому, о котором тоже мы с вами поговорим, либо они будут в сундуках. В патче было исправлено очень много ошибок, связанных с багами, с клиентом игры, со всем остальным, но рассматривать мы их сейчас полностью не будем. Список будет, если что, в закрепленном посте внизу под видео. Это ссылка на группу vk.com/smite, на самую большую СНГ-группу по смайту. Вот, там будет полный список изменений, потому что каждое изменение затрагивает нет смысла, каждую исправленную ошибку. Нас ждет новый портал киберспорта и прямых трансляций. Это обновление включает в себя новую важную функцию для киберспорта Смайта. Теперь в клиенте игры есть новый раздел для портала киберспорта и прямых трансляций, где игроки смогут зарабатывать очки, просматривая матчи Смайт, и покупать за них новые облики. Это очень удачное обновление, на мой взгляд, о котором просили игроки, и Titanforge нас услышали. Данный функционал может прибавить интерес к киберспорту в Смайте. Очки же в нем будут начисляться за просмотр официальных трансляций Смайт через привязанный аккаунт, угадывание победителей в грядущих матчах СПЛ, приобретение боевого пропуска, и все ваши неизрасходованные очки миксера будут конвертированы один к одному в эти очки. Также с этого патча у нас будет введена измененная система установки патчей обновлений. Некоторые запланированные для следующего обновления изменения будут введены в игру раньше официального срока. Дополнительные изменения баланса будут вводиться за 2 недели до обновления. Так будет происходить и во всех последующих обновлениях, но в зависимости от ситуации процесс может быть изменен, и сроки могут разниться, нежели с текущим обновлением. Далее мы рассмотрим самое важное для нас, это баланс. Баланс богов в первую очередь. У Бастет снизили прибавку к физической силе на броске со 100% до 90%. Этот нерф существенный, но я уже играл, у меня есть катка на ютубе, если хотите, можете посмотреть. И Бастет реально стал очень-очень сильной, и я говорил и буду говорить, что нерфить ее нужно. Ну, по крайней мере, ее цифры это точно. Далее у нас нерф Хьемдаля, наконец-таки. Прибавка к первой и второй основным атакам снижена со 130% до 125%. В принципе, нормально, нормально. Автоатаку все-таки нам понизили. А вот на второй обилке Глярхорн прибавка к физической силе за тик снижена с 35% до 30%. Во время применения способности больше не дается защита. То есть существенный нерф Хьемдаля. Теперь его, я думаю, будут брать немножко реже, но все равно мне он очень-очень нравится. Механики его очень-очень интересные. Играть на нем крайне забавно. Вот, поэтому я-то его буду пикать и дальше на своих стримах. Далее у нас Один. Одина тоже понерфили, и это очень-очень правильно. Мощь Гугнира. Импульсный урон снижен на максимальном уровне всего на 5 единиц. Но как бы это все равно существенно. Это все равно существенно. Они сейчас будут править цифры для Одина, и это очень-очень хорошо. А урон от броска Гугнира снижен на 20 единиц в лите. То есть это тоже на самом деле немало. Но Одина нужно было нерфить. Это объективно, Одина нужно было нерфить. Он очень сильный, очень-очень большая заноза для задницы на самом деле. Также понерфили кольцо копий.
То есть урон от выхода из кольца снижен теперь на, также на 20 единиц в лите. То есть тоже кажется по цифрам, что несущественно, но на самом деле вот эти маленькие правки баланса приведут его к тому виду, которым он должен быть, не так, как сейчас. Сейчас он максимально сильный. Далее у нас Сусанна. Надвигающаяся буря. Прибавка к физической силе от бонусного урона снижена с 60% до 40%. Ну, не критично, но не хило. То есть нехило, 20% сняли, это не критично, опять-таки повторюсь, потому что Сусанна один из самых мобильных джанглеров, очень быстрый, с его-то пассивкой, вот, но 20% конечно даст знать о себе. По Тору тоже все не очень хорошо для тех, кто любит мейнить Тора. То есть вихер берсерка, теперь время перезарядки повышено с 8 до 10 секунд. Прибавка к физической силе за первые два удара снижена с 40% за удар до 35% за удар. А прибавка к физической силе от последнего удара снижена с 60% до 50%. То есть тоже цифры, которую понизили, потому что Titanfall чувствует накал страсти вокруг Тора. Тор очень сильный тоже сейчас. Его нужно было нерфить, тоже нужно было снижать цифры. Собственно, что мы и видим, они что и сделали. Далее есть изменения у Ямайи. Они на самом деле несущественны, я сейчас цифры прикреплю, но по сути там то же самое, что и у предыдущих двух персонажей. То есть ей понерфили цифры приблизительно на 5% на каждом скилле. И у целебных вод урон снизили в лейте на целых 40 единиц. На самом деле это много, но так оно и должно быть. В конце концов, Ямайя танка на саппорт, она не должна дамажить столько, сколько она может сейчас дамажить. Поэтому это очень-очень круто. Это первая часть обновления, которую мы в скором времени увидим. Но есть еще вторая часть, мы ее тоже сейчас сразу посмотрим. Потому что это правки баланса, они будут введены в игру 25 февраля. То есть будут небольшие правки на карте завоевания. Это тоже на самом деле забавно, потому что они обещают частенько вводить какие-то мелкие изменения в карту в течение всего сезона. Это на самом деле тоже круто. В этот раз охват защиты фениксов будет снижен. И будет увеличено влияние усиленного огненного великана на охват защиты с 50 до 70%. То есть усиление огненного гиганта будет давать не 25%, а 12,5% снижение урона по стройкам, вокруг которых нет миньонов. Ну, то есть это значительно. На самом деле это значительно. Наконец-то самое забавное на самом деле изменение. И изменение осколка видения. То есть того предмета, который дается сейчас всем и бесплатно, который ставят варды. Про который абсолютно все, кого я знаю, кто стримит, кто играет, его просто забывают апать. Вот, но теперь, покидая базу после 12 уровня с осколком видения, игроки будут получать уведомление о том, что эту реликвию следует улучшить. То есть это на самом деле забавно, это факт, это заметили все. Все забывают про то, что эту реликвию можно поменять. Вот, и насколько я вижу, затягивалось все за 20 минут игры, даже больше, и люди продолжали с ней бегать, это забавно выглядело. И также с 25 февраля будет баланс богов изменен немножко, сейчас мы быстро пройдемся. Первым у нас будет Ахмузен Кап. Бонус к скорости атаки будет повышен с 40% до 50% в лейте на последнем уровне. Это очень и очень нехило, так как я очень люблю Ахмузен Каба. 10% прибавки к скорости атаки от улья, это очень-очень много на самом деле, как по мне. Будут небольшие изменения у Бастет, то есть я сейчас их напишу на экране, чтобы многие не перематывали, просто здесь будет такой мини-мини текст. Далее Камазот, спьющий сущность. Физический вампиризм и исцеление от пассивного усиления снижены с 8% до 6%. Это отличный нерв, потому что Камазотс реально стал тоже большой-большой занозой в заднице, как и Один для меня. Это крайне печально, когда против тебя пикает Камазотс, и ты просто на соло ничего не можешь с ним сделать один-один, потому что он выхиливается просто невозможно как. Усиление за заряд снижено с 4% до 3% на кровососах. И, собственно, Камазотс на этом он нас отпускает. Далее Кукулькан, вихрь, наша тройка. Урон за тик у него будет снижен в лете на 5 единиц. Небольшой нерв Кукулькана, я думаю, тоже оправданный, потому что Кукулькан сейчас максимально сильный, мне кажется. Но не сказать, что он будет как-то на нем сказываться, я думаю, потому что это один из легких магов, по моему мнению, его все равно буду также пикать. Но при этом у Зефира также замедление было снижено на целых 10% в лете, то есть на максимальном уровне обилки. И 10% замедления, это нехило, так они ему сняли на самом деле.
Вот это, вот этот момент по кукулькану может, конечно, ударить знатно. Немного понерфили комбо-карну, то есть его ульт. Урон при приземлении снижен с 650 единиц до 560, то есть нехило так отбавили на самом деле. Но комбо-карна был известен своей ультой, поэтому тоже тут все оправдано, мне кажется. У Нижи пофиксили бросок кольца, то есть ослабление защиты за удар будет снижено всего на 1 единицу на последнем уровне, поэтому в принципе это не критично. При этом немножко поменяли огненные колеса ветра, то есть урон за удар снижен с 110 до 80, но при этом прибавка к физической силе за удар повышена с 30% до 35%. В принципе, неплохой баланс, все будет зависеть от шмота, как обычно. У Ники, у моего любимого персонажа, поменяли храбрый прыжок, апнули и сократили перезарядку с 18 секунд до 16. От этого она лучше не станет, как по мне. Нику, вы знаете, я не люблю. Играть я ей тоже не буду, но оправдано, оправдано. Не самый сильный воин на данный момент, как по мне. Райдзина немножко апнули, ударный шторм, у него повысили урон с 85 единиц до 90 за выстрел, то есть 5 единиц прибавки тоже, ну, не совсем много, я бы на самом деле даже больше дал, он не совсем популярный, но тоже неплохо, тоже неплохо. Удивил меня очень апсета на самом деле, то есть ему сила базовой атаки повысили с 37 до 39 единиц. Блин, он и так был очень сильный, как по мне. При этом еще у пронзающего копья урон тоже был повышен в лите с 230 единиц до 250, то есть это тоже немало на самом деле. А как по мне, сета имба. Ваману тоже апнули. В его ульте теперь прочность щита повышена с 0,6% от максимального здоровья до 1% от максимального здоровья за тик. То есть нехило, 0,4% прибавили. И теперь успешные атаки по врагам суперударом повышают скорость передвижения на 5% на 3 секунды. Это очень тоже круто. Также апнули одного из моих любимых АДК, это Шибаланки. То есть урон от болос разделяющихся после первого попадания увеличен с 30% до 40%. Это на самом деле очень-очень круто. Но и при этом еще снизили ему. При этом на ультимативной способности также время перезарядки было снижено со 110 до 90 секунд. Что тоже в принципе неплохо. И в принципе на этом все. Я постарался как можно кратко рассказать вам о новых патчах, которые будут. В остальном же я опять повторюсь, если вам это все интересно, если эта рубрика вам действительно нужна, я хочу увидеть под этим видео активность вашу, лайки, возможно дизлайки, если вам не понравилось. И подписки, ребят, подписки. Я каждый раз смотрю статистику после того видео, и я до сих пор в шоке, то что меня все так же продолжают смотреть 48% людей без подписки. Поэтому я надеюсь на вашу помощь и спасибо за просмотр.